Всем здравия! Я опять в Пшаде. И сегодня буду смотреть дольмены по правую сторону реки. Оказывается, что парочку я не видел. Буквально сразу за Пшадой, на другой стороне реки. Здесь есть вроде как парочка дольменов. Не знаю, в каком они состоянии, целое или нет. И потом еще дальше по течению хочу еще раз посмотреть те дольмены, которые я уже видел. Я уже забыл даже, что там. Так что сегодня будет такая прогулочка. Пшада, как всегда, прекрасна. Воды не так уж и много. Исходя из того, что сколько было дождей было прилично. И вот тоже недавно прошел дождь. Ежевика цветет. Лекарственное надо будет нарвать. Ну и вот последствия дождей. Нашел другой вид мяты с всякими маленькими листичками. Они не такого, не сероватого цвета. Вот, наверное, что-то вроде перечной мяты. Такая нежненькая. В основном видел только, наверное, называется мелисса. Такими серыми листьями, более длинными, более крупными. А здесь прям такие немалые здесь кустиками такими растет. Да. А вот она, кстати. Может даже это не мята, а лимонник. Вот она и другой вид мяты. Муравьишки любят ее. Или не муравьишки, это эти. Тля, наверное, любит ее. А муравьишки хавают тлю. Вот такие здесь заросли. Похоже, это то, что осталось от дольмена. Судя по карте, я стою в правильном месте. И там ручей течет. Больше тут вроде вокруг ничего нет. Еще какие-то камешки. Остатки. Тут еще должен быть где-то один повыше. Здесь даже такой есть заходик, тропиночка небольшая. Ну, место мало посещаемое.
грибов, конечно, нормально. Грузди. А вот, возможно, и тот дольмен. Блин. Видно, вот камень. Вон он, камень. Может быть, это он. Перепрыгнул через ручей, чтобы посмотреть, камень это или что. Но это оказался не камень. Это выворотень. Это ручей. По идее, я чуть ли не стою на дольмене. Но его тут нету. Смотрим. Вот тут, где его нету по склону. Там выше. Это вряд ли. Может быть, вон там выше. Все здесь посмотрю, что туда подумать. Ничего нет тут. Какой-то обман, блин. Кто-то умудрился сюда пивас притащить. Грибнички, наверное. В общем, грибов тут груздей навалом просто. Не нашел я дольмена и даже его признаков каких-то камней. Ну там вот есть один камень. И все. Такой небольшой. Вообще не похожий на дольменный. Ну все, не знаю, где он тут был. Может быть, есть. Но я его не нашел. Что такие дела? Ну и тот какой-то тоже там лежит. Чисто камень небольшой. По идее, должно быть больше остатков. Но тут хоть похоже, что дольмен, потому что он рядом прям с рекой находится. Ну, это, конечно, не показатель, прям, что здесь дольмена нет. Но даже каких-то камней здесь нету вокруг этого места предположительного расположения. Ну, места, конечно, там, блин. Но в этой пойме. Полянки там такие вообще шикарные. Так. Ну все, в принципе, здесь. Больше тут делать нечего. Вот это прикольчик. Уже хотел идти обратно, искупаться в ручье. И тут бах, короче, обнаруживаю тропу, прохожу, а тут дольмен. И совсем и не по той точке, которая в общем доступе. Совсем 100 метров, короче, от той точки. Хорошо, хорошо по тропе нашел. Видимо, наверное, еще есть тут один, так же, как и указано. Вот, курганчик. Там еще, по-моему, камней было чуть поднавалено. Еще тут еще дальше тропа идет. Что есть дольмен. Вот еще курган. Такое ощущение, что что-то сверху прилетело. Раскрошила крышу в хлам просто. Непонятно, куда он направлен. По идее, направлен он вот сюда. Курган. Это один, второй. Этот вроде не раскопан, а вот этот со следами раскопа. Кстати, прям белые грибы растут. Вот он, опа. Со следами раскопа. И вот он еще один курган. Может, возможно, еще вот этот тоже со следами раскопа. А тут их много, кстати. Вот он.
Вот он. Тут все в курганах. Да. Интересно, дольмен, как так я, что здесь я не побывал тогда, когда шел по правую сторону Пшады. Еще место похожее на местоположение дольмена. Хотя не очень понятно. Оказывается, здесь целая группа дольменов. Вот он один, вот он еще один. Это все здесь же рядом. Такой интересный отвал камней. Вот его портал сохраненный. Хорошо обработанная плита, без пупырчатой обработки. Ну такая волна немного она идет внутри. Такое ощущение, вот тут волна, тут выпуклость. Не будет видно. Ну тут такая волна идет такая. Тут впадина. Ну, зачем-то ее прям очень качественно обработали. Здесь так себе, здесь тоже так себе. На телефоне, кстати, лучше видно, чем глазами, какие здесь, какая обработочка. Здесь какая-то выемка, впадина. И здесь впадина. Ну, наверное, просто откололась. Вот она, оказывается, плита. Ну, упала сюда. Такая дырочка не маленькая. Круглая. Это весьма небольшой дольменчик. Тут тоже рядом с ним непонятно что находится, тоже плиты. Я тут подумал, возможно, это крышка, может быть. Не знаю, по-любому, я думаю, какие-то части это от крышки. Ну, тоже вот следы того, что просто разнесли дольмен чем-то. Ну, вот такие куски. Что-то попало сюда, я просто вынесло нафиг его. Камни все-таки интересные. Это небольшие. Вот этот огромный камень. По сравнению с дольменом. Этот треугольный. Это просто. И у этого тоже какая-то форма есть. Казалось бы, возможно, это продолжение. Дополнительное крыло боковых плит, но с этой стороны ничего нету.
никуда, и где-то отсутствует вообще крышка. Как будто ее тут вообще она испарилась. Ну вот это, наверное, часть крышки. Возможно, вот эта часть крышки. Здесь будто бы отрезано. Ну, очень похоже, да, как будто обрезан камень. Ну, не просто так ровно раскололся. Это похоже от него. Вот эта часть, она должна сюда крепиться. Может быть, части крышки под этой плитой лежат. Ну, вот, похоже, вот от нее какой-то кусок. Но это маленький. Тут огромная крышка была. Здесь мы тоже ничего особо не наблюдаем. Непонятно, куда вообще она делась. А, ну вот, крышка, да. Просто что-то будто бы попало в эту крышку, ее просто разнесло на куски маленькие. Но не тронуло сам дольмен, не тронул. Возможно, эта плита, находящаяся от дольмена метров 5-6, возможно, это крышка. Что-то бахнуло так, что часть ее прилетела сюда. Еще один дольмен из этой группы. Огромный просто. И здесь вот куча развалов каких-то плит. Странно, как я тут в Пшаде сколько раз был, не был на этом месте я ни разу. И не отмечено оно здесь на карте. Вот плита, прям песчаник такой, переливается, бля. Видно на телефоне, не видно? Не видно нифига, как он переливается. Массивная плита, опорная. Пяточная. Раскололась. Ну, а большой был дольмен. Еще вот здесь вот что-то. Каменюка. По-любому, наверное, тут будут следы какой-нибудь обработки. Тут рядом Пшада. Туристы вот. Все вот так в отвалах огромных камней. Померил по плите, по пяточной, 4 на 4 где-то, может быть, там где-то плюс еще к 4, но огромный дольмен, явно его что-то разнесло. Мне кажется, тут чего-то явно не хватает, маловато здесь плит. Такой вид сверху, снизу, блин, сверху. Вон там наверху дольмен.
огромные камни, просто гигантские. Не взял с собой штатив, что по сравнению со мной так и не посмотришь. Ну вот один из камешков. Вот я, вот камешек. Сейчас посмотрим, как показать. Вот так скачет азимут. Телефон лежит на плите боковой. На 5 делений скачет, на 5 градусов.